День российской науки – один из самых значимых праздников в календаре, считает губернатор Николай Меркушкин. Он отмечается уже 17-й год. По ставшей уже доброй традиции, самарские власти и представители научного сообщества собрались вместе, чтобы отдать дань уважения работникам отрасли. От вас зависит очень-очень многое и сегодня в области, в стране, и особенно завтрашний день. И страны нашей, и, естественно, нашей области. Что мы будем, над чем будем работать, какие у нас будут разработки. Работы для ученых в Самарской области немало. Научным исследованиям в губернии уделяют особое внимание. Сегодня на территории региона создается масштабный технополис «Гагарин-центр». По словам губернатора, в этом комплексе будут сосредоточены самые передовые космические и авиационные разработки. Задачи перед учеными стоят более глобальные, чем в прошлом году, который выдался для самарской науки весьма плодотворным. При поддержке правительства и губернатора, по-моему, совершили в 2016 году огромный прорыв. Мы все вместе построили космодром восточный, запустили нашу самарскую ракету «Союз» с новым разгонным блоком «Волга» и с двумя космическими аппаратами. Самым выдающимся ученым вручили награды, их оказалось 13 человек. Шестеро в прошлом году также получили президентские гранты, например, за разработку в сфере обслуживания стартовых комплексов ракет-носителей. Олег Зверев, Сергей Ромашов, Станислав Левин. События.